Спасибо, студия. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы сейчас находимся на улице 60 лет октября, рядом с родной телекомпанией. И на градуснике 15 градусов выше нуля. И сейчас обладатель гироскутеров, человек-прокат Николай демонстрирует нам возможности проезда по бездорожью, как сказали дорогие ведущие, этого устройства. Посмотрите, как он едет по траве. То есть можно, например, применять его на каких-нибудь дачных участках, если там нет глубоких ям и гумуса, куда может заехать колесо. Николай, подъезжайте к нам. Расскажите, пожалуйста, вот это что за вид гироскутера такой бездорожный? И на всяком ли можно себе позволить проезжать по траве, по негладкой поверхности? Всем доброе утро. Гироскутеры делятся на три вида по диаметру колеса. 6,5 дюймов, 8 дюймов и 10 дюймов. Получается, здесь диаметр колеса 10 дюймов. Колесо широкое, езда предназначена по гравийке, по асфальту, по брусчатке. Колеса состоят не из резины, а из воздуха, что позволяет на любом покрытии на дорожном ездить и, возможно, некая амортизация. Да, вот. Сейчас я попробую это совершить. Давайте я его включу сначала. Давайте. Вообще вот сколько, ну, если мы говорим об этих 10-дюймовых... Давайте мне руку лучше. Да, какая... Смотрите, немного стоите к арке, вторую тоже сюда к арке вот ставьте. Вот. Ближе к арке, ближе вот к арке. К этой арке. Да, и сразу вторую. Он уже едет. Да, он уже поедет, ставьте вторую ногу. Какая масса должна быть? От 20 до 120 килограмм. То есть, если ребенок весит меньше 120 килограмм, датчики движения ноги они не считаются, скорее всего, гироскутер не поедет. Если вы носочки немного вниз опустите, переведете корпус положения вперед, поедете вперед. Вот вы уже примерно понимаете, как ехать. Ну, почти что, да. Вот я пробовал по офису перемещаться на гироскутере. Было гораздо легче. По офису попроще. Чем здесь, потому что здесь ямы, бычки. И я очень неуверенно себя чувствую на колесах по неровной поверхности. Но мы едем. Но мы едем очень плавно, перемещаясь благодаря Николаю. Я, конечно, еще держу равновесие. Вот какие еще бывают гироскутеры? Вы сказали, вот это 10-дюймовый, да. А есть еще меньше, да? Если сойти хотите, одну ногу назад убирайте, вторую тоже назад. Да, наверное, я уже хочу сойти. Тогда одну ногу назад и вторую сразу убираете. Да, отлично. Да, есть еще гироскутеры 8-дюймовые, 6,5. Мы сейчас их сможем показать? Да. Вот, поэтому, дорогие телезрители, про виды гироскутеров я ему дрожь в коленях. Расскажем в следующем включении, господи, как страшно.